Всем привет! Снимаем двигатель с колоса. Надо на трактор встать. Оля, залазь на трактор. Что там? Это что мы сейчас достаем? Шлянец, проходный шлянец коленного. А что, я как раз хочу заменить. С телефона, да? Ну. Там натянул у тебя головником. Что там монтировка? Нормально, меньше монтировка. Чего, нормально, это хорошая монтировка. Сейчас я вам... Да, трактор есть. Да, просто натянул карту его. Ага. Ну там, значит, там три болта лежит. Я вчора тільки приніс, нічого не спало. Это що ми зараз знімаємо? Кожу маховика. Проще кажуть, як не можна. Давай, давай, купе.
Леха. Я дивлюся, щоб болтів не було. А у тебя категория крановщика есть? Категория чего? На кран. А, кожух же упадет. Ну так. Ну упадет, не знаю. Шифтер. Куда одна сторона. А ну, ваша сторона, что? А давай по крышке осторожно, там алюминиево. А, слухайте, а бетон надо с ним откручивать? Ну, конечно, надо. Папа, держи ноги. Держи ноги, я и сам не тримаю, ну. Я и сам тоже не тримаю. Так візьми. Так, ну, вот так хорошо было, ты взял. Ага. Так? Вон меньше. Я волать ваша шпена. Ты что, йоу? Алюминиевая она? Ага. Бляха-деревяха. Ну так, боже, да? Ну тяжуй. Опа! Бляха-деревяха. Ну, що тут заловити, і бачу, що нас хрінуло. Ага, так, так. Це набук. Метки вже опять надо ж не забути. Та по книжці там все набуть. Ага, так, вже тулили. Там немає по книжці того, що... По меткам я ж дивився там все. Все, на колінвалі дві метки. І на яку ставить, книжки не написано. Ну все, одна метка. Давай на пометках крутить колінвал. І що буде? Ну виставить пометка. Подивіться, як воно запалить. Ну, подаючи. Дві метки, треба какой-то циліндр вимитий поставити. Да? Перший или четвертий? Тут шесть циліндрів. Одна метка. С одной стороны три, с другой три. Так как и четвертый или первый? Ну, это третий. А бензин еще сюда есть? Вот то, что его нужно. Метка тоже. Вот это три. Одна тут, одна на... Может, в прошлый раз тупым молотком не чай? Ну, вот это постоянно. И на том клинвалу такая фигня была. Вот так мы и протулили. Так, а апаратура топлива стоїть? Ось вона. Ні, а в нас на 6. На де? Ось це випадає. Все випадає. Так може ти собі не мовити? Де? А как ты снимешь? Мало. Гладко. Хорош, ба, прокладка. Бачу. Опускай. Смотри, будешь сейчас двигатель по коленке его ударить, когда упадет. Сидишь. Лёг. Не лазь под двигатель. Да ты полный. Поставим.
надо натянуть тогда так, чтобы. Так, давай. Можешь проехать. Да давай. Та він на цьому лежить, на фільтрі на тому. На якому фільтрі? Новий лежить. Хреново, так. Можна на цю сторону? Так давай. Так а на цю сторону взагалі закінчиться цей. Ага. Ще закінчиться. Ще тут. Ще? На мою сторону, бо вже падає. На ту сторону, па. Ту сторону. Мою сторону, бо він вже почав хилитися. Куди? Куди її? Сюди, на мене. Так. Ага. Ну, це таке не на кран. Давай, кран. Отъехать надо, да? Будь здоров. Дякую. Тернуло, ну він не цей. Не провернути. Чи провернути? Так не значить. Замки ж надо. Замки на місці. Тернуло, добре, наче. Так, це передня. О, коленвал тут, йо-моє. Да? Капець. Ого. Охренительно, а що він такий? А на задню. Так глянувся. А ну покажи. Так це передня, а задня тут зараз взагалі буде. Набита. Тут аж полоса, как будто камни туда попадают. Хотя масло чистое было. Папа, это не только мочуль масло, потому что что-то такое. Так, это что, не перепутано, да? Масло джандировское было? Да, да, джандировское. Главное, что чистое. Что мы делаем? Хорошо снимаем. По-научному мне надо. Тут все, або крышка. Корена крышка. А, або кожуха. Або вот это, или вот это. Просто волотком, да. Они должны легко выходить. Прикипели. Даже если тут не ой-ой-ой, то там ой-ой-ой было. Ты тут так и сам. А что болталось? Ну, дальше сейчас побачим. Ты раз поломало на тему. На шатуну? Да. Кроме конечно, да, тут ничего было добыть. А что ж так? Металл там, вкладыши такие. Куда? Ну, шо? Такая ж. Ну, вышерта, я бачу. Ну, не провернуло. Ну, он и не стучал. Он просто уже пошел на грузку и все. Ну так я ж кажу, тут коленвал капець. Или коленвал, так і все його. А ви новий брали или бушний? Бушний. Бушний тільки розмір там. Ну, тому що новий китайський дешевле буде стоїти, чим бушний. БР-1. Ну, перший ремонт, я ж кажу, так. Да. Це все є моє, я должен ходити ще на один год. Так і йде, спочатку берем. Перший, четвертий.
Ні. Це де перший, другий, третій. Третій, шостий виходить. Третій провернула, да? Третій, шостий. Провернула його? От вентилятор, що ти, да? Тобто справа чи зліва? Вот оно. Тільки двигатель делали. Ну да. Гавна этот. Уже 17-й робили тільки в 16-му. Тільки делали. Ну да, в тому году делали. Що ти, Люх, зараз робиш? Питається. Грається. Ну, знаєш, не питаєш. Молоток, молоток, тебе ж цей сьогодні. Що молоток? Що, розклепати? Давай сюди. Тільки що штуки. А що, це? И твой тоже надо вытащить этот вкладыш. Он упирается, удели его. Так какие бараны его? Чтобы бабушка вся в лапу пришла. Вот она, назад? Да, можно. Не, аж помыть. Ну куда она стоит? Ну что, коленвал отвезли, что там сказали? Все, кажется, кидай. Шифовать надо. Ремонт? Ремонт. Який, па, вытягивать? Да любые выбывать. Их, вы, раз в них, то их надо выбывать. Ремонту подлежит? Подлежит. Папа, вылезай. Вылезай. Який? А, нижний? Да вон, а порой. Да пишу, я нормально пишу. Зараз я его направлю. Уже я хотел вот тут все. Так, список, что надо покупать. Да, Саш, список великий. Гроши богато. Так, а теперь бы крышечку сразу бы сюда. Поршня, как у меня на бензопиле. Похожий. Ты бачишь, тут даже и не сношені маслосьоні. Так, чтоб... Хотя... Так и наши их менять. Точно. Ты так взял, справишь, да? По идее, да. Что с номерами? А без идей? Ну все, Леха, говори, что подписывались на канал. И будем прощаться. Кто? Так, Олю. Это наш главный бухгалтер. Инженер-механик. Дизелист. Да. Андрей, мастер, главный мастер. Еще главный инженер на кухне. Который это, сто мазовских двигателей перебрал. Да, мама давай. Чеша? Не, мама зараз занята. А вы хотите у нее консультацию взять? Я думал... Ну можно было бы сказать, что это за фигня. Она причину сказала вам? Да. Но аппаратура же не качала. Сказала, что поломалась. Смейтесь. Смейтесь, а завтра комбайн уже будет в поле. Смех смехом. Завтра нет, послезавтра. Послезавтра? Завтра. Послезавтра в 10 утра. Нет, 10 утра. Ну сыро. Давай, до 11. Все, расточили коленвал. Зарочили. Зарож. И ставим. Па, круто вот так вот. Оп, взял? Ну да. Через час комбайн должен быть в поле. Нет. Подожди, она что-то рассыпается на ходу. Встал в противовес, он убирается. Бачите? Опа. Надо прочего. Будем. Так. Теперь надо сюда. Принимаем. Выставляем по меткам. О, ёлка. О, ну. Назад. Та не дуже. Ну, підходь, що ти? Чи ти додому йдеш? Прийшов главний бухгалтер. Ні, це дизеліст. Па, отак. Гляньте. Прийшов, да? А ну, покажи. Все, да. Тут касло бы видно. Все совпадает. А тут все. Можно заводить. Метка. Вот так. Так, вкладыши штука 100. Что там дальше? Шлифовка 500 гривен, да? Да. Кольца поршневые. Кольца поршневые 1000. Вкладыши 1000, шлифовка 500. Итого 2,5, да?
Леха, что делаем? Поршня садим. А по-научному? Вот всю штуку туда засовываем. Собираем поршневую группу, Саша. Всю штуку вставим в ту штуку. Садим поршень, шатуном. Кольца поменяли, да? Ну да, все. Кольца, вкладыши. Да-да-да, сюда. Все, на месте. Я же помню, они все так выходили. Да, он в онлайне смотрит. Прямая трансляция. Сейчас будут вопросы задавать. Вот и слушай, какая прямая трансляция. Вон, Леха, у тебя вопрос задают. Какой? Что ты делаешь? Вот всю штуку сейчас буду выбивать на обратно. Обратно? Да, неправильно повернули. Главный инженер вот так вот неправильно собрал. Собрал правильно, поставил неправильно. Это стажер неправильно поставил. Да. Как поржут в интернете. Чего жалко? По два раза поршень досунули. Все, у тебя. Ну, примерили, вот посмотрели, вот подходит. Такая цисия немножко. Я обратно ставил. А я куда засунул? А, через крышечку. Вот такой главный инженер. Давай, ты. Помощник главного инженера. Кольца поправляю. Ты еще не дошла. Камера высветляет, как будто обед на улице. А уже сумерки, да? Так? Все, пошел. Подожди. Ну, свет свечи. А тут же свет еще? Че нету? Нету. Может, чуть назад? Да, светло. Ага. Все. Ну, стоп, все стало. То что? Давай. Опа. Все, все. Правильно. Все. Прогрет. Надо? Давай, давай, давай. А это что ты толкаешь чем? Что за орудие? Молоток. Наставка. Толкатель молотком. Наставка? Наставка, да. Это правильно. Все, крышку, про крышку. Некоторые пользуются обжимками, да, она называется? А это просто вот гильза специально сделанная. Направляющая. Под конус точено для того, чтобы кольца легенько туда сидали без задачи. 9 часов вечера. Продолжаем собирать. А мы еще работаем. До утра еще далеко. До щеде называется, мы скордуем, да? Это наша жизнь итальянская. Урожай стоит. Надо спасать. Собрали двигатель, залили воду. Сейчас будем первый раз пробовать заводить. Можно сказать, после капиталки. Не успел я снять, конечно, как полностью собирали двигатель. Не мог я снимать все. Ну, сейчас попробуем завести и выехать в поле. Неудобно его со шворки дергать, в кабину упираешься. Первая попытка не вышла. А? А воду. Вы же залыли? Почти как я залыл, там мало. Залывай. Не спеши, Леха. Санек, ты что, съемку делаешь? Thank you.
Леха, ты со скорости снял? Не, я за пятый залазил. Собрали колос. Поехал убирать урожай.